Я дякую, що ви з нами залишаєтеся. У нас з вами сьогодні вівторок, 28 квітня. І сьогодні у цій частині у порадах лікаря ми піднімаємо одну з найактуальніших тем у наших ефірах. Адже саме тема артеріальної гіпертензії викликає у вашого лікаря найбільшу кількість дзвінків у цьому блоці. Ну, зрозуміло, чому? Тому що багато хто з вас телефонують, говорять, що все життя були гіпотоніками, але щось сталося в вашому житті, і дійсно тиск почав підніматися до таких позначок, які навіть Всесвітня організація охорони здоров'я все-таки стверджує, що вже вони є завищеними. Тому, будь ласка, сьогодні ми цю тему вкотре піднімаємо. Ми сьогодні говоримо про артеріальну гіпертензію, але у нас у студії буде кардіолог, тому кардіологічні питання також можна буде, якщо є потреба, щоб ви озвучили. Прошу, ми за кілька секунд розпочинаємо. Телефонна лінія вже буде відкрита для спілкування з вами. Починаємо. У нас у студії сьогодні Марина Долженко, кардіолог, доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою кардіології Національної академії післядипломної освіти імені Шупика, заступник, заслужений, перепрошую, лікар України. Сьогодні у нас у студії, готові приймати ваші дзвінки. Прошу, 223-09-71, артеріальна гіпертензія, кардіологія, якщо є потреба також, ну, серце наше зрозуміло, судиночки, треба лікувати, треба за ними доглядати. Готові будемо все послухати, все про артеріальну гіпертензію. Марина Миколаївна, рада вас бачити. Взаємно. Добрий день. Ну, це правда, тут я не буду нікого вводити в оману, хоча я думаю, що ви і кардіологи, ваші колеги, все одно знаєте, що артеріальна гіпертензія, яку все-таки і вже в наукових роботах називають так званим лагідним вбивцею, вона все-таки надокучає українцям, заважає їм жити. І, на превеликий жаль, має ще летальні, велику кількість летальних випадків. Хоч зрозуміло, що помирають не від артеріальної гіпертензії, але артеріальна гіпертензія призводить і до інсультів. А інсульти, на превеликий жаль, залишаються на одному з лідируючих місць серед причин якраз смертності в Україні. Тому сьогодні цю тему вирішили з вами якраз і обговорити. Я от єдине хочу, що зараз у нас організація Всесвітньої охорони здоров'я говорить, які позначки тиску діастолічно-систолічного є такими, що в нормі, свідчать про те, що з нашим здоров'ям все добре. Які це позначки? Ви знаєте, Лейла, спасибо большое за вопрос, потому что этот остается действительно очень важным вопросом. До какого уровня, во-первых, снижать уровень повышенный уровень артериального давления, а с другой стороны, а что вообще является повышенным уже артериальным давлением? Вот, например, у девушки, у которой всю жизнь 90 на 70 артериальное давление, да, и гипотоник, и вдруг у нее давление 130. 130 на 90, 130 на 80. Казалось бы, по всем данным, да, Европейского общества кардиологов, Всемирной организации здравоохранения, это нормальное давление, 130 на 80. Но тот, у кого постоянно было 90 на 70 или 100 на 80, для него это уже будет гипертонический криз. Угу. И таких людей очень много. А для того, у кого было, например, 160-150, у пожилого человека, для него будет очень тяжелое состояние, если у него будет 100-110 на 90 на 80, потому что это будет для него резко. Поэтому очень важно говорить, сегодня стали говорить о гипертензии и о прегипертензии. Угу. Оптимальное нормальное артериальное давление – это 120 на 80, и прегипертензия – это уже 139 на 99. Потому что мы сегодня считаем, что повышенный уровень артериального давления – это 140, выше, чем 140 на 90. Но для больного с сахарным диабетом это более узкие рамки. Это уже 140 на 85. И вот каждый человек, каждый пациент должен для себя определить, в какую группу он входит, да? Ну, конечно, с помощью врача. Ну да, и, сам себя же не будешь. И какой уровень артериального давления для него является нормальным. У нас есть дозвонивач, прошу говорить. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Молодой человек, 55 лет. Вообще гипотоник, но повысилось давление до 200. Вот. Дети померили давление, он очень сильно рвал. Посадили на машину и повезли в стационар. Привезли в стационар. Вот. И в стационаре, поскольку он рвал, они ему мыли, они ему мерили давление, они ему делали кардиограмму. И в общем, в течение 15 минут человека мучили, пока он не впал в кому. Он впал в кому, на следующее утро он умирает. Вот. Ой, скажите, и когда я разговаривала с главврачом, главврач мне говорит, что у него, когда делали вскрытие, у него целый стакан крови вылился, ну, кровоизлияние. У меня такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, если человек сам пришел своими ногами, дети его привезли, но он еще сам зашел,
Вот. И мне пытается врач доказать, что это произошло еще дома. Вот. И его бы даже дома, если бы начали отказывать помощь, его бы не спасли. Понимаете, мне просто претензии, конечно, потому что в течение 15 минут дети говорят, что у него давление 200, и ему никто не оказывал помощь. Неужели нельзя было внутривенно ввести и снизить давление? Вы не плачьте, будь ласка, тільки скажіть, будь ласка, які висновки, висновки, що написали вам, причина смерті? Сейчас, мозговий крововилив. Ага, все. Ходить слухавку и не плачьте, будь ласка. Я это разум... горе. Это беда, да. Это горе, это огромное, очень большое горе. И, к сожалению, есть случаи, когда действительно медицина бессильна. Если у человека была аневризма мозговой артерии, о которой он никогда не знал, которая его никогда не беспокоила, и вдруг произошел разрыв и на высоком уровне артериального давления, у которого был всегда гипотоником, к сожалению, здесь мы не могли ничем, врачи не могли ничем помочь. Поэтому почему это происходит, мы не знаем. Это был стресс, это было повышение какого-то атмосферного давления. Что здесь нужно делать, чтобы этого не происходило? Наверное, действительно, нужно делать скринирование вот группы пациентов, которые к этому, в общем-то, подвержены. Может быть, у кого-то, у него в семье кто-то тоже погиб вот так внезапно. Очень часто бывают вот такие аневризмы, такие разрывы или аорты брюшной, или аорты грудной, или мозговых артерий, наследственные. Если кто-то, у кого-то в семье уже были такие случаи, это нужно обязательно прийти и превентивно обследоваться. В данном случае, кто знает, может быть, успели бы снизить артериальное давление, и все равно бы, если начался разрыв мозговой артерии, к сожалению, уже помочь не могли. Если это была аневризма, то это огромное количество крови могло просто вылиться. Примите глубокие сочувствия. Так, знову є додзвонювач. Прошу, вам. Алло, добрый день. Добрый день. Меня зовут Татьяна, я из города Киева. У меня сахарный диабет, очень высокие показатели давления, но я хочу спросить у вас о другом. Многие доктора не объясняют больным действия препаратов. То есть есть препараты, ингибиторы АПФ, есть антагонисты кальция, вот, есть бета-блокаторы. Вот диабетикам там можно такие, иншим другие. Скажите, пожалуйста, вот антагонист кальция, препарат амлодипин, вот что он помогает людям? Потому что многие об этом не знают. А мне вот он очень сильно помогает держать давление в более-менее нормальном русле. Спасибо за вопрос. Угу. Прекрасный препарат, антагонист кальция, амлодипин, широко применяемый, и который у нас есть самых различных фирм. Что он делает? Он расширяет артерии. Как механизм калий-натриевый насос. Каким образом происходит? Ну, это более сложные механизмы. Но главное его остальное действие – это вазодилатация. А раз расширение сосудов, то уменьшаются приступы стенокардии, то снижается уровень артериального давления. Особенно очень важно это для пациентов, у которых в пожилом возрасте пациенты, у которых высокое артериальное давление систолическое, для них принимать эти препараты. Вот. И, конечно, для пациентов с сахарным диабетом это показанные препараты. Ну, лікар має пояснювати, це, можливо, ви так стикались, хоча лікарі ж різні. Лікарі пояснюють, коли препарати підбирають, не може так бути. Звісно, або є описання, в принципі, в інструкції препарату. Так, дякуємо вам за запитання. Ми далі чекаємо, будь ласка, всі свої дзвіночки готові будемо від вас приймати. От ви так на початку цікаво почали розповідати і говорити, що, в принципі, треба ж розуміти, до якої позначки все-таки тиск знижувати, якщо така ситуація, або гіпертонічний криз, і людині погано. І ми постійно теж в ефірах наголошуємо, що не можна, якщо так сталося, що у вас 200, одразу велику дозу препаратів, що було 120. Чим це, нагадайте, чим це може загрожувати для здоров'я, якщо від 200 скинути одразу до 120? Це одразу може произойти інсульт. Обратите внимание, сьогодні взагалі ми говоримо, от пожилий чоловік, да? Пожилий чоловік 60 років, 70, 80 років, і у нього давлення 180. Надо ли знижати? Да, надо. У него давление 170, надо ли снижать? Надо.
Но у него давление 150 на 80, 160 на 80. Надо ли пожилому человеку, у которого и так есть сужение в мозговых артериях и в сонных артериях, надо ли ему добиваться 120? Не надо. В цьому випадку то крові должен под давлением достигать мозговых артерий через сонные артерии. А если мы снизим 120, то, к сожалению, может действительно развиться ишемический инсульт. Поэтому сегодня в европейских рекомендациях, в американских рекомендациях по ведению пациента с артериальной гипертензией для пожилых пациентов рекомендуется уровень снижения артериального давления 160-150, 98. А вы очень хороший вопрос подняли по поводу кризов гипертонических. Вот у молодого человека было 200, да, 220 артериальное давление. Надо ли было резко снижать? Нет. Надо было снизить ему где-то артериальное давление до 180, постепенно, на 25%, но не больше, чем до 180. Затем, через определенное время, можно постепенно снижать ниже, но сразу ни в коем случае. Новые рекомендации по ведению пациентов с инсультами, вот как раз профилактика инсультов и ведение с инсультами как раз об этом и говорит. Я додзвонилась, прошу вас в эфире. Алло, алло. Говорите. Можно задавать вопрос? Так. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я хочу задать вопрос. У меня низкое давление. Особенно вторая. Например, 115 бывает. На 44, на 50. Вот такая. А какой возраст, простите, у вас? Мне 66 лет. Ну, я хочу сказать, что... ще хочете запитати? Да, вам мешает это давление? Все, вона вже поклала. Ну, судячи, що телефонують, напевно, заважає. Да. Ну, давление 115, конечно, в таком возрасте, особенно если диастолическое такое низкое, да. Ну, здесь, конечно, необходимо обследование. Вот. Особенно мы волнуемся, когда у пациентов пожилого возраста спадает артериальное давление после еды. Есть такое понятие постпренатальная гипотензия, то есть падение артериального давления после еды. Вот здесь трудно поднять. Вообще намного проще, конечно, нам снизить уровень артериального давления, чем у пожилого человека поднять, в экстренных случаях поднять уровень артериального давления. Поэтому, конечно, нужно обратиться и обследоваться, какие есть сопутствующие заболевания, которые есть у пациентки. Поэтому... Марина Миколаївна, а коли великий розрив між діастолічним і систолічним, це якась кардіологічна проблема? Да. Вы правы. Это называется систолической артериальной гипертензией. А, это тоже просто разновид такие гипертензии. Да, и мы даже здесь в классификации отделяется, когда диастолическая снижается, а систолическая повышается. И, кстати, это большой фактор риска и инфаркта, и инсульта. Поэтому эти пациенты должны... Это в пожилом возрасте чаще всего это бывает. Это бывает, когда развивается атеросклероз уже и коронарных, и мозговых артерий вследствие повышения жесткости. Они уже не сокращаются, эти артерии. Поэтому этот вопрос нужно как раз лечить. Есть большой фактор риска развития инфаркта, инсульта. Я дозвонилась, прошу говорить. Алло. Говорить. Алло, алло. Вы в прямом эфире, говорите. Добрый день. Добрый день. Алло. Вы в прямом эфире, не вытрачайте час, говорите. Добрый день, я слышу. Так. Скажите, пожалуйста, у меня такой... Так, говорите, будь ласка, далее. У меня такой вопрос. Я все годы была гипотоник. Все годы я была гипотоник, но мне 78 лет. Но сейчас у меня повышается давление и до 160, до 170 бывает. И я принимаю утром налипрел 5 миллиграмм, на ночь веркамен. Так назначил мне кардиолог. Вот. Потом у меня
вдруг, может быть, вот к вечеру, очень часто, часов 8-9 вечера я меряю давление, у меня болит голова. У меня давление 105, 110, на 50, на 54, 56. Вот такое давление. Я, конечно, не принимаю зеркамен уже на ночь, потому что при таком давлении куда еще принимать. Я бы хотела спросить у вас, что мне, как мне поступить? Мой кардиолог уехал, что наблюдалось я в него. А теперь вот получается, что я как бы, я не знаю, куда мне определиться и с кем дальше. Ну, находить кого-то надо. Но я бы хотела от вас, как от профессора, я хотела бы слышать, что вы мне скажете, ответите по данному вопросу. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Дякую, я все записывала, так думала, что будет. Зрозуміли. Але це часто історія бува, що гіпотонік стає гіпертоніком, да? Это, во-первых, бывает очень часто. Но учитывая возраст, в общем-то, пациентки, конечно, ну, слава богу, что у нее это позже произошло. Вот. Но то, что он был гипотоником, пациент, да, это говорит о том, что у него нестабильность, в общем-то, системы, кардиоваскулярной системы. Поэтому, к сожалению, рано или поздно он произойдет повышение артериального давления, станет гипертоником. Что делать в конкретном случае? В конкретном случае, конечно, идет еще нестабильность, не установилась. В данном случае это будет артериальная гипертензия именно вследствие атеросклероза сосудов. Не истинная, эссенциальная, классическая гипертоническая болезнь, а вот именно уже в пожилом возрасте вследствие атеросклероза артерий. Поэтому что здесь следует? Ну, первое, конечно, необходимо весь комплекс препаратов, а самое главное, да, если помогает утром на Липрел, если помогает комбинированная терапия, то, конечно, антагонист кальция уже не следует принимать. Но здесь все равно это будет, сосуды пока еще играют, еще не установившиеся. Просто нужно действительно подобрать врача, обратиться к врачу и постоянно консультироваться. И самой, так как и делает пациентка, просто-напросто убирать тот препарат, когда уже повышено артериальное давление. А может быть, сделать надо мониторирование, суточное мониторирование артериального давления, чтобы посмотреть, что происходит в ночное время, почему это происходит и когда больше повышается артериальное давление, в какое время. Именно перед этим временем принимать препарат. Еду дзвонюсь снова, говорите. Алло. Добрый день. Добрый день. А можно вас узнать? У меня у бабушки 77 лет ей. И она принимает таблетки фенигидин. Но у нее давление очень высокое, 198 на 100. Что можно делать? К врачам она не хочет идти у нас. Ну, заочно по телевизору лечить пациентов – это явно неблагодарное дело. Конечно, антагонист кальция фенигидин снижает уровень артериального давления, но в таком возрасте, конечно, уже нужна комбинированная терапия. И, конечно, нужно уговорить все-таки бабушку обратиться за медпомощью, обследоваться, вот, и таким образом подобрать ей препарат. Там бабусю беріть, треба їй все-таки. Ну, не хочуть люди похилого віку, вони вважають, що вже їх час завершується. Да. Хоча насправді навіть той час, який завершився, можна прожити хоча б комфортно. Комфортно. Хотіла сказати здорово, ні, тут слово комфортно. А є ще один такий момент, знову ж таки, дякуємо вам, ще чекаємо. Коли людина звернулася до лікаря, все добре, лікар розписав. Але вона нехтує рекомендацію тією, що потрібно постійно приймати препарати, навіть коли тобі добре, вибачте, і приймає тільки в ту секунду, в ту хвилину, в той день, коли погане відчуття. Наскільки це є загрозливим для здоров'я? Ну, во-первых, я би хотіла пару слов сказати ще, знаєте, о профілактиці. Почему-то наше населення вважає, що вот кто-то обязан заботиться о його здоров'ї. Почему-то наш народ не считает, что он сам должен заботиться о своем здоровье. Не пить, не курить, делать зарядку утром, похудеть. Когда я прошу поднять руку среди врачей, когда читаю лекцию, скажите, пожалуйста, кто утром делал зарядку? 1-2 человека. Это лекари? Это врачи. Угу. Когда я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот размер талии, который затем идет метаболический синдром, когда идет риск развития уже ишемической болезни сердца у врачей. Скажите, пожалуйста, у кого такой-то? Никто не может поднять руку с нормальным размером талии. Знаете, что на Украине из, в общем-то, 100% обследованных пациентов у женщин талия больше, чем 80 сантиметров, у
80%, а у мужчин больше, чем 94 сантиметра, у 50%. Это больные с артериальной гипертензией. Это 26 областей Украины были обследованы. Поэтому народ не хочет заботиться о своем здоровье. Народ хочет принять волшебную таблеточку, и чтобы эта волшебная таблеточка, а потом еще забыть ее принимать. И зачем ее принимать? Сегодня у меня нормальное давление, а завтра у меня инсульт случился, потому что я не принял эту таблеточку, а виноват будет доктор. Поэтому вот это первое, что необходимо обязательно, чтобы больной сам отвечал за свое здоровье. Вот тогда государство сможет помочь в качестве медицины. А здесь, опять же, врачи расписали лечение, врачи написали назначение. Пожалуйста, каждый день, как чистить зубы, принимайте эти препараты. Что-то изменилось, пойдите к врачу, измените назначение. Но не бросайте самостоятельно, потому что это, к сожалению, приводит, опять же, к инфаркту, к инсульту. Так, я тут дзвонилась, говори, будь ласка. Добрый день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот если вроде бы нормальное давление, но давит на глаза и на голову, что это может быть? Возраст 47 лет. Простите, нормальное давление? Я тоже не почула. Еще раз. Ну, вроде бы давление 110-115, вот так вот, но чувствуется, как давит на голову и на глаза. Ну, тиск нормальный, але відчуття погане. Нет, угу. Первое, прежде всего, конечно, может быть, и атмосферное давление влияет, мы все-таки зависим от природы. А во-вторых, необходимо обратиться к невропатологу, прежде всего. Да если нормальное артериальное давление, может быть, самые разные причины боли, головной боли. Поэтому нужно обратиться к невропатологу и сделать специальные исследования. Дело не обязательно, головная боль не всегда, только лишь от повышения уровня артериального давления. Мігрені ніхто не відміняв. Так, далі чекаємо від вас. Хороші дзвінки сьогодні, різні. Далі чекаємо, хто я буду вас послухати. Ще є одна проблема. Тут до профілактики переважно більше, коли люди не знають, що вони гіпертоніки. Це ще один такий, вибачте, пласт роботи для вас і для ваших колег. Це коли люди думають, що в них все добре і не розуміють. Оце інша історія. Тут хоча б знає людина останній дзвоничка, що в неї низький, а голова болить, тут інша історія. Тут теж тоді дійсно може статися і в 35 років, я знаю, інсульт, а людина була гіпертоніком довгий час. Я взагалі бачу, що гіпертензія, вона так, вибачте, що говорю, але помолодшала. Молоді люди теж можуть бути гіпертоніками, хоч там 30 років навіть. Ви знаєте, хороший ви підняли вопрос. От ви обращали внимание, що все більше і більше появляється случаїв смерті серед школьників на уроках фізкультури, внезапно. Що якісь відбуваються ще моменти внезапні, необ'яснимі. Наверное, все-таки пришло время, когда мы должны, мы лишились вот того диспансеризации, которая была раньше, в советские времена. Да, сейчас развивается институт семейного врача. И действительно, семейный врач должен наблюдать, контролировать ту популяцию, которую он, в общем-то, обслуживает, тех народ, который он обслуживает. Но здесь, наверное, и сами люди должны активно заинтересоваться, пойти померить артериальное давление себе, своему ребенку, всей своей семье, пойти сделать анализы крови, и на холестерин, и на печеночные пробы, и по поводу почек. Посмотреть, бывают действительно из-под воль идут заболевания, которые еще мы не ощущаем, но которые затем, к сожалению, если в раннем случае, в ранней степени мы можем их поймать и предотвратить развитие осложнений, и мерить артериальное давление, просто дома в культурной семье должен быть тонометр. И нужно просто самостоятельно иногда померить уровень артериального давления, уровень сахара в крови, особенно если у кого-то в семье уже есть сахарный диабет. Это вещи, которые просто общий пласт культуры населения, который заботится о своем здоровье. Наверное, это важно делать. И, наверное, важно, прежде чем начинать какие-то марафоны для школьников, пойти сделать эхокардиографию. Даже для молодых людей. Потому что когда еще Лобановский подбирал себе команду, футбольную команду, они у нас делали эхокардиографию на нашей кафедре. И вы знаете, сколько мы забраковали
потенциальных футболистов, которые хотели бы играть в команде, но когда мы видели уже морфологию сердца, и было понятно, что этому человеку нельзя огромные нагрузки. Сколько приходит к нам футболистов, молодых ребят, которые говорят: «А я ничего не умею делать больше в жизни». А если он дать эту нагрузку, то его при нормальном состоянии образа жизни он сможет прожить долго, и то необходимо проверяться. Но если он даст вот такую резкую физнагрузку, к сожалению, закончится это, в общем-то, печально. Так, еду дзвонивач, прошу говорить. Добрый день. Добрый день. Будьте любезны, доктор. У меня классическая систолическая гипертензия, 75 лет. Врач рекомендовал, прыгает систола, прыгает иногда до величины, до 250. Значит, врач рекомендовал в таких случаях принимать фармадипин. Ну вот, фармадипин сбил давление, да, но оно не держится. Где-то через 2-3 часа снова поднимается. Но я принимаю уже тогда ту таблетку, которую доктор приписал. Вот. А... Как быть? И почему давление, вот еще вопрос, почему давление повышается после сна? Ведь организм вроде отдыхает ночью, а утром встаешь, давление больше, чем было с вечера. Пожалуйста, ответьте. Скажите, пожалуйста, а помимо того, что у вас криз развивается, вы ежедневно принимаете препараты, которые вам назначил врач? Да, принимаю. Ну, возможно, значит, недостаточная доза препаратов. Необходимо увеличить дозу препаратов, причем, скорее всего, даже на ночь, раз у вас утром повышается резко артериальное давление. Кроме того, есть определенные препараты, которые, вот те же самые антагонисты кальция и диуретики, которые именно для пожилого возраста рекомендованы. По всем рекомендациям, именно антагонист кальция и диуретик. Вот. И кроме того, необходимо, конечно, померить, поставить монитор артериального давления. Часть, скорее всего, у вас ночью, в течение ночи повышается уровень артериального давления. Есть такое понятие нон-диперы. Да? Значит, здесь этим пациентам, наверное, нужно какое-то успокаивающее еще необходимо, препараты. Какое-то есть внутреннее волнение, которое напряжение, которое вы не отдыхаете ночью и приводит к повышению утром артериального давления. Поэтому первое, необходимо обязательно отрегулировать антигипертензивную терапию свою ежедневную, чтобы включались антагонисты кальция и диуретики. А второе, померить монитор, суточный монитор артериального давления, чтобы выявить, какой уровень артериального давления у вас ночью. И в таком случае применять меры по этому поводу. Так. У нас вычерпывается час. Останній дзвінок на цю частину. Дякуємо, що так активно сьогодні телефонували. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі вже. Говоріть. Алло, алло. Говоріть. Алло. Ви в ефірі. Я приймаю 5 років бісопролол. 5 років вже, навіть більше. Мені 63 роки. Ну, давлення піднімається, але невисоке. Я хочу, між цим давленням буває у мене ще аритмія. Где-то 2 раза в месяц. Скажите, принимать мне этот бисопролол или пойти к врачу? Однозначно, пойти к врачу. Потому что если у вас еще и аритмия дважды в месяц происходит, какая аритмия, после чего она возникает, как она купируется, проходит, обязательно, пойдите, пожалуйста, к врачу, я вас прошу, поставьте монитор сердца, называется холтеровское мониторирование, на сутки, чтобы увидеть, какая аритмия и какое нужно лечение. Вы же молодая женщина, какое надо лечение в данном случае. А давление снизит, бисопролол, он держит в определенном, он является антиаритмическим препаратом, но это, в общем-то, недостаточно для вас, раз 2 раза в месяц у вас срывается ритм сердца. Обязательно к врачу, однозначно. Так, сама собі відповіли, ми по-перше, молодець. Говорила, наприкінці сама дала відповідь, чи сходити до лікаря. Так, це перше, у нас 2 хвилинки, але дуже хочу запитати, може бути таке, от наша дозвоночка ця 5 років один, ну, той самий препарат приймає, він, судячи до цього, їй підходив. Але ж може бути таке, що людина там 10 років гіпертонік, 2 роки приймала один препарат, потім, можливо, його стало не вистачати. Тобто корекція медичного лікування щодо препаратів має проводитися як часто? Ну, во-первых, как требуется для пациента. Да. Во-вторых, конечно, надо профилактически приходить хотя бы раз в полгода.
и обследование, и подкорректировать лечение. Угу. А самое главное, сейчас очень много уделяется времени домашнему измерению давления. Утром и вечером пациент должен померить артериальное давление и прийти к врачу показать эту тетрадочку. Почему? Мы сможем увидеть в течение месяца, в течение недели эффект назначенной терапии. И будет понятно, работает препарат, не работает препарат. Поэтому это очень простое упражнение, но которое поможет отрегулировать прием препаратов. Насправді не все так складно, ну, якщо відверто. Судячи з нашої розмови, треба який висновок. Треба себе любити в першу чергу. Прежде всего. Правда? І заботитися. Дуже вам сьогодні дякую. Обов'язково побачимося. Дякую всім, хто телефонував. У нас у студії була Марина Долженко, кардіолог, доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедру кардіології Національної академії післядипломної освіти імені Шупика, заслужений лікар України. Ми цю частину завершуємо. Дуже дякую всім, хто телефонував. Дійсно, любіть себе, бережіть своє здоров'я. Тому прошу. Ми переходимо до наступного блоку. У нас після реклами буде рубрика «Красива мода». Тому, будь ласка, все про красоту. Ми будемо сьогодні навіть не про моду, а будемо говорити про натуральні парфуми. А якщо відверто, чому моду згадала? Тому що останнім часом саме існує мода на натуральні парфуми. Чому так відбувається? Після реклами почуєте. Будьте з нами.